Открытый телеканал представляет. Вот из Литвы вопрос задает Лукас. Сегодня нет лидеров, нет авторитетов. За кем идти? Это верно. А зачем тебе за кем-то идти? Ты иди за собой. Подними свою душу, наполни немножко светом Творца, чтобы она тебя освещала, путь, по которому ты идешь. И иди вперед. Иди вперед, тебе никто не нужен. В тебе есть искра Творца, и она тебя приведет к нему. То есть вы говорите так, иди за Творцом, вы говорите? Да. Это и есть твой лидер? Да. Можно так настроиться? Человек ведь настроен все время идти за лидером, за каким-то харизматичной личностью. Только за Творцом. Только за Творцом. Это возможно сделать Творца лидером и только за ним идти? Возможно, вот... Это задача каждого, я считаю. Каждого человека?